9 мая для миллионов людей по всему миру ассоциируется с Днем Победы. С днем, который ознаменовал избавление от коричневой чумы. Много дней и ночей пожиравшей и калечившей жизни солдат и их родных и близких. С той поры прошло 76 лет, но до сих пор люди с благодарностью вспоминают великий подвиг наших предков. С самого утра президент республики Майя Санду возложила цветы на мемориальном комплексе «Вечность» в память о миллионах людей, погибших во Второй мировой войне. Она выразила свое уважение и благодарность тем, кто сражался и отдал свои жизни, чтобы в мае 1945 года мир вернулся на европейский континент. Глава государства подчеркнула, что нельзя забывать о самопожертвовании тех, кто воевал. «Это учит нас, как драгоценен мир». «Наш долг», – отметила президент, – «сохранить его, дорожить жизнью и дать нашему народу шанс прожить свои годы с надеждой, в спокойствии и процветании». Сотни жителей из столицы Молдовы, среди которых много молодежи, в воскресенье приняли участие в шествии бессмертного полка. Проведение акции стало возможным благодаря отмене режима чрезвычайного положения и смягчению карантинных ограничений. Многокилометровую колонну возглавили глава парламента, депутаты, лидер партии социалистов республики, экс-президент страны Игорь Дадун, сотрудники ряда дипломатических представительств. Горожане прошли с портретами своих близких по главным улицам города к мемориальному комплексу «Вечность», чтобы возложить цветы к вечному огню и могилам советских солдат. Также в Кишиневе состоялся самый масштабный автопробег за всю историю независимой Молдовы. На центральной площади столицы собралось более 300 автомобилей. Среди участников мероприятия были и ретро-машины. Активисты из окон своих машин подняли знамена победы. Также были замечены флаги советских союзных республик и красные знамена с надписями «За Родину». Как отметил один из организаторов, глава общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, масштаб акции говорит об уровне поддержки этой великой даты среди молдавского общества. Автопробег проводится не в первый раз, но с каждым годом становится все больше и больше участников. По завершению автопробега участники мероприятия растянули на мемориале «Вечность» огромные знамена, копию Знамени Победы, которая развивалась над Рейхстагом, и два с изображениями штандартов 2-го и 3-го украинских фронтов, которые во время войны освобождали Молдавию. Еще одна красивая акция проводилась в небе над страной. С аэродрома в Адлой Воды взлетел самолет, с которого в память о подвигах наших солдат на памятник воинам-освободителям были сброшены алые тюльпаны. Считается, что эти цветы олицетворяют окончание холодов и радость от солнечных согревающих лучей. Именно благодаря подвигу наших предков мы живем в мирное время. И каждый год на мемориалы советским воинам в Кишиневе и других городах приходят тысячи людей. Радость от победы до сих пор живет в наших сердцах.